Всем привет! Сегодня покажу очень замечательную клумбу. Весенние цветы в мае. И это только начало. Заранее поставьте лайк. Мы начинаем. Голубоватые цветочки. Но они на камеру белые. Посмотрите, сколько сортов тюльпанов. Махровые, не махровые. Также нарциссы. Общий план сначала. Это все цветы. Теперь перемещаемся и смотрим, как оно выглядит с другой стороны. Но через камеру эта красота не передастся. Эти переливания полутонов никакой камерой никогда не передастся, как вживую. Как в английских садах. Видите, такие сорта пионовидные. Какие бокалы. Это просто рай на земле. Райское местечко. Смотрите, двухцветные. Желто-красный. Вот такие двухцветные. Вот это королевский цветок. А запах какой? Сиреневый. Переходим дальше. Подходим поближе. Посмотрите на это облако с цветов. Какой нежный цвет. Обалдеть. Это обалдеть. Я просто в афиге. Ребята, посмотрите. Вот такие голубоватые цветочки. Название не знаю. Если напишите, пожалуйста. Если напишите, то знайте. То есть наоборот. Вот такой двухцветный. Видите, какие тут полосочки. Девисил. Вот это я знаю точно, что это называется. Девисил. Столько цветов. Столько красок. А как здесь? О, это ясколка. Ей еще предстоит расти. Видите, как тут. И в этой ясколке растут тоже тюльпаны. Это все тюльпаны. Аромат не передать. Красотень. Большая сила природы. А также цветет вишня. И летают тут пчелы. И даже мухи. Красота. Поставьте этой красоте лайк. Напишите комментарий. Вам понравилось? Ставьте комментарий.
Спасибо за просмотр. Какая кошка интересная, какая кошка интересная побежала. Лаечки, лаечки, лаечки. Пока-пока.